Значит, ребята, наш канал, мы, значит, с 1 сентября живем так, как надо. Абсолютно. То есть сейчас 1 сентября, все праведники, как говорится, идут друг друга мучить, а мы с вами едем в город Кашира кушать пиццу. Вот и все. Как это было сделано год назад. И сегодня мне потребовалось, в общем, можно сказать, преодолеть целых два барьера для того, чтобы все-таки попасть в Каширу, все-таки выполнить эту традицию. В общем, два барьера преодолены. Сейчас остается только доехать. Надо будет... Сейчас попадется, если у Лукойла по дороге, надо будет залить полный бак, как говорит агент Купер. В общем, я тебя поздравляю. Поздравляю с тем, что мы уделываем этот богомерзкий день, что мы проводим его как надо. Еще раз я тебе повторяю, что я просто еду один купить себе пиццы и на старинной улице в городе Кашира, там прекрасная старинная улица, эту пиццу одному употребить. Вот и все. Как сказано в фильме «Один дома», как говорит Маколи Калкин, пицца с сыром и только для меня одного. Да будет так. Но теперь я что тебе хочу сказать. Сейчас я буду каждое видео так начинать, что вот, значит, как я уделываю 1 сентября. Да-да, мы уделываем 1 сентября. Здесь у меня великолепный кофе. Газпром нефти я купил. Самочувствие хорошее, все системы в норме. Значит, прибытие к Додо Пицце у нас через 45 минут. И здесь, друг мой, давай сейчас я тебе толковую вещь скажу. Значит, еще раз, два вида взаимоотношений с реальностью, с обществом, с чем бы то ни было, что тебя окружает. Линейный и нелинейный. Значит, в чем разница? Элементарный пример. Вот ты едешь по шоссе, допустим, ты живешь летом на даче, едешь с работы на свою дачу по шоссе. У тебя дорога ясна, вот твой линейный путь. Ты едешь с работы на дачу. Какого, что называется, хера, думаешь ты? Я что, безумец какой-то? А чё она? Не понял. Она не работает. Не работает. Тут сейчас несколько заправок у Койла на реконструкции. В общем, ты говоришь, я чё, безумец что ли, да? Что я должен там, значит, куда-то сворачивать. Я еду, и все, я еду, я нормальный человек. Вот я еду четко с работы на дачу. Вот, поздравляю, у тебя линейный подход к взаимоотношениям с реальностью. Значит, если у тебя не линейный подход, ты едешь с работы на дачу четко по линии. И вдруг ты решаешь, а дай я сверну с дороги куда-то, либо просто наугад. Просто куда глаза глядят. Либо мне понравился какой-то поворот, либо что-то там, допустим, солнышко красиво заходит. Да, вот даже вот этот момент. Если даже просто остановишься, что тебя там все ждут, там тебе надо продукты привезти, там, может, там ребенок там плачет, жена недовольна, жены всегда недовольны. Это нормально. В общем, даже если ты просто остановился посмотреть на солнышко, как оно заходит. Все, поздравляю тебя. Понимаешь? У тебя взаимоотношения нелинейные. Вот все, вот вся разница. Так, сейчас, ребята, мне надо будет... Ну, это, понимаешь, я тебе, допустим, на простом примере это привел. Вот простой пример. То есть, на самом деле, все гораздо сложнее и разветвленнее. Но вот этот принцип линейный, нелинейный, он... Значит, что касается гениальности, ты уже сам понимаешь ответ, да? Гений практикует исключительно нелинейный тип взаимоотношений. Другого быть не может. Ну, какие преимущества у нелинейного? У нелинейного типа взаимоотношений огромные преимущества, огромные. Ну, можно назвать, конечно, недостатком этого то, что ты, значит, будешь, конечно, страдать. Будут такие моменты, ситуации, когда тебя начнет просто жестко колбасить, когда ты, значит,
Ну да. Тебя начнет жестко колбасить, если тебя нелинейный тип. Потому что это очень претенциозно. В таком случае ты, во-первых, ставишь себя в особое положение в обществе, в особое положение с пространством, с временем, потому что, безусловно, есть что-то предустановленное, как бы, да, как бы предустановленное. То есть здесь есть определенный линейный порядок. Если ты поступаешь нелинейно, ты, ты можешь этот порядок, безусловно, нарушить. Но ты вот как-то, безусловно, ты поступаешь против течения, вот это все. Вот умение идти против течения, это тоже важно. Тоже вот гениальность, если ты не умеешь идти против течения, все, никакой гениальности нету. Вот я все время говорю, рассуждаю по понятию гениальности, про то, что это такое, про то, как говорится, какие, ну, про то, что это такое, про то, как это объяснить, про то, как этим стать и так далее. Значит, вот мы с тобой зафиксировали, что это умение идти против течения, это умение выстраивать нелинейные взаимоотношения. Ну, что касается моего частного случая, то я тебе все сообщаю, все до возможного предела. Я хочу выйти еще на более высокий уровень откровенности со своим каналом, потому что я считаю, что это окупится. Значит, мое окружение меня в этом поймет, что если я начну выходить на большую откровенность, мое окружение меня в этом поймет, потому что у меня и так великий канал, но он станет еще более великим. Чем более он будет достоверным, документальным, тем он более будет великим, и тем он более будет выбиваться из жизненной ткани. Вот так. Ну, значит, великий, не великий. Абсолютно я тебе тоже правдиво сообщаю, что вот некий пафос, стремление к чему-то грандиозному, не то чтобы быть неким великим человеком, хотя это тоже. Я всегда хотел стать великим. Но это, понимаешь, это не относится к некому, к такому, блин, как это называется? Это не что-то, это не какой-то вульгарный пафос. Это глубоко. Это основано на очень серьезных вещах. То есть, если говорить про то, что становиться великим, то я здесь это понимаю с классической точки зрения. Вот как это, какими были другие великие люди, таким, как говорится, хотел бы стать и я. Вот именно в таком ключе. Да-да, как Достоевский и так далее. И здесь я тебе хочу сказать, еще раз напомнить, что я, Достоевский, да-да, наш клуб одиноких сердец, наш рыцарский орден, он подразумевает следующее, что каждый из нас не то что может быть Достоевским, он должен быть Достоевским. И Достоевский этого хочет, он хочет, чтобы я, ты... Блин, а что я сюда забываю? А, мне надо... Да нет. Чего я туплю, а? Мне надо на Лукойл. Сейчас я, блин, доснимаю вот это 10-минутное видео, провожу маршрутик. Как там у нас будут возможности до Лукойла добраться. Если уже не будет никаких вариантов, тогда... Ну, просто у меня же все это баллами учитывается. Так, на нефтмагистрали, в принципе, нормальный бензин. Да, надо было, наверное, свернуть, потому что нехорошо вот так с таким полупустым баком. Тем более у меня, кстати, хочу тебе доложить, что у меня в канистре, канистра пустая. Так, Лукойл с той стороны мы фиксируем. Это верный признак того, что он должен быть скоро и с этой стороны. Но не факт. Так, друзья. Сейчас я вот с этого телефончика, на который с Honor, потому что здесь у меня уже стоит навигация. Сейчас я провожу, посмотрю. Так, вот Роснефтюшка. На Роснефти не надо заправляться. Что-то мне сказали друзья, что какая-то херня жесткая произошла.
ну здрасте, нам надо платить за проезд, забор покрасить. Черт. Ну ладно. Надо было позже сворачивать. Чё за фигня, блин? Так, где тут этот самый? Только пас, только чё? Блин, там фура просто несется, как угорелая. Так, это транспондер. Так, это вот карта. Вот, наликом. Вот это наликом вроде. Чё? Блин, ладно, я тебе сейчас скажу потом уже в конце. В смысле, в следующем видео скажу, сколько с меня срубили. Ой, свиньи, а. Ой-ой-ой.